Молодые люди возвращались ночью домой после прогулки. На остановке один из них приметил пустую стеклянную бутылку. Физически крепкий парень решил похвастаться перед друзьями. Сказал, что он может перекинуть бутылку через девятиэтажку. А потом перешел непосредственно к делу. Тара пролетела 30 метров и спикировала в лобовое стекло припаркованного автомобиля. После того, как у побитого авто сработала сигнализация, компания разбежалась. Хозяин пострадавшего «Фольксвагена» обратился в милицию. Хулигана задержали спустя несколько дней. Местный житель города Мозыря, 1999 года рождения, возвращаясь домой, находясь на остановочном пункте Лечицкое шоссе, бросил стеклянную бутылку в сторону припаркованных на неохраняемой стоянке вблизи дома номер 10 по улице Мира автомобилей, тем самым повредив лобовое стекло, расположенное там автомобиля, принадлежащего жителю города Мозыря. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 11 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Лицо, совершившее преступление, задержано. Сейчас молодой человек анализирует свое поведение в изоляторе временного содержания. Родственники уже выплатили материальный ущерб владельцу авто. Впереди хулигана ждет суд, который даст правовую оценку его деянию. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».